Тюменские лагеря готовятся к летнему сезону. 31 мая первая смена начнется в оздоровительном центре «Алые паруса». Она будет посвящена мотивам произведений братьев Стругацких. Перед заездом детей в лагере провели санитарно-эпидемиологическую проверку и обработку территории. Оздоровительный центр также посетили спецслужбы. Всего на контроле главного управления МЧС региона находится 660 лагерей, загородные, палаточные и на базе образовательных учреждений. Нас проверила пожарная инспекция, нас проверила Росгвардия. Практически все службы проконтролировали, как мы готовы к летнему сезону. Первая летняя смена начинается у нас 31 мая. Они будут в этом году совсем не похожи на те, которые мы реализовывали в течение 20 лет. Дети будут на протяжении всех 14 дней погружены в сюжетно-ролевую игру. И у каждого ребенка будет своя роль в этой игре. Всего летом в Тюменской области будут работать 18 центров детского отдыха. За этот период они планируют принять около 19 тысяч детей.